С вами маг и чародей Антон Чалей. И сегодня я выбрал самый эпичный комментарий со второго трейлера полного расколбаса, так как это довольно противоречивый мультик с возрастным ограничением 18+. Даже одна из главных героинь мультика выглядит довольно странно, если вы понимаете, о чем я. А теперь топ самых странных комментариев под этим роликом. Первый комментарий. 1.05. Мне показалось, или помидор сказал, у меня же фамилия. То есть они перевели слово family как фамилия, и это вы называете хорошим дубляжом? Но! Прошу, но! У меня же фамилия! Типичная ситуация. Я убью тебя! Но у меня же фамилия! А, фамилия? Да, фамилия. Ну ладно, я пошел тогда, у тебя же все-таки фамилия. Второй комментарий. Че ты посмотрел мульт, не понравилось, что-то не хватает. В оригинале нужно иметь соответствующее мышление. Соответствующее мышление это как? Третий комментарий. Это какой-то полный обдолбас у авторов мульта, мне кажется. А давайте сделаем мультик, но не для детей. Чтоб там была сосиска и булка для хот-дога, похожая на вагину. Браво, браво. Замечательная идея, сейчас докурим еще один косячок и начнем делать. Четвертый комментарий. 18 лет? Серьезно? На, серьезно, ты не верил. Пятый комментарий. Поколение Йопси. Вам тоже интересно, что такое Йопси? Йопси. Европейский индекс удовлетворенности заинтересованных сторон. Что этот чувак вообще имел в виду? Европейские заинтересованные люди с удовлетворенными сторонами? Шестой комментарий. Вам лучше этого не знать. Что он с тобой делал? Вам лучше этого не знать. Действительно лучше не знать. Седьмой комментарий. Этот фильм 18+. В начале трейлера вообще заставка, которая и так намекает, что он 18+. Где-то в очевидной вселенной. Кто мы? Армия капитана Очевидность. Что мы делаем? Говорим очевидные вещи. А теперь вперед, моя армия, распространять очевидную информацию. Полный расколбас очень неоднозначный мультик, но уже по трейлеру хочется его посмотреть. А теперь вперед, моя армия, распространять... Блин, усы мои. А теперь вперед, моя армия, распространять очевидные вещи, очевидную информацию. А теперь вперед, моя армия, распространять очевидные... Блин, усы что-то... Падут. Внимание, внимание! Много взрывов и котят для привлечения внимания. Теперь к сути. YouTube очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, YouTube, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку. Сообщай мне обо всех новостях этого канала. Сделал четко. Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешуительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылка внизу. Всем пока!